Но вы сейчас говорите о равенстве на дорогах. И в первую очередь нужно избавиться в таком случае от некой коррумпированности, да, от коррупции, потому что если чиновник может, я уже об этом говорил, если чиновник может позволить себе выкупить своего сына, да, там каким-то образом смягчить его наказание за ДТП, которое он произвел, или за те нарушения. Здесь даже знаете, в чем дело? Я так скажу. Мне исполнится 69 лет, пока еще, может быть, один год у меня права будут. Я возьму свой джип, сделаю специальные пики и буду нарушителей просто разрезать, и все. Потому что по-другому бороться невозможно. Я сегодня опоздал к вам на встречу, тоже не просто так. Понятно, что у меня были сложности, но люди паркуются до сих пор неправильно. Хотя ездят машины, которые должны штрафовать, подрезают. Нет культуры вождения. В первую очередь надо с этим побороться, а потом уже и чиновники, и, по крайней мере, если они нормальные люди, они будут адекватно относиться и вставать также в очереди, в пробки, и, в смысле, и правильно распределять уже там свое время, не подрезая. Потому что любой лихач, который подрезает, создает большую пробку, чем чиновник, который несется на мигалках, по-хорошему так. А с другой стороны, еще что нужно нашим людям учесть, надо избавиться от зависти.